кружится, снег искрится. Это Новый год, это Новый год идет. Дед Мороз на тройке мчится, песенки поет, бородою снег метет. Новый год, Новый год. Здравствуй, Новый год. Новый год. Это Новый год, это Новый год пришел. Новый год. Тут и зайка, и лисица, и медведь большой. Всем под елкой хорошо. Новый год, Новый год. Здравствуй, Новый год. Новый год. Кем это ты нарядился? Я волшебник. Здорово. А волшебные слова ты знаешь? Знаю. Здравствуйте. И правда знаешь? Здравствуй, ёжик. А как же волшебное слово? Дай! Крошик! Дай, пожалуйста! На! Пожалуйста! Ой! Здравствуйте! Пожалуйста, до свидания! Будьте здоровы! Извините! Извините. Спасибо. Приятного аппетита!
волшебница. С такими волшебными словами каждый малыш может стать волшебником. Волшебные слова. А вы знаете, какие слова называются волшебными? Абракадарба? Симсалабим. Чтобы стать волшебником, 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 палочку волшебную сделаем сперва. А потом мы выучим, а потом мы выучим самые-пресамые волшебные слова. А волшебные слова — это не тра-ла-ба-ла и не крекс-фекс-пекс, и не самый вкусный екс. Не сосиска, не редиска, не кулек конфет. Ну, а очень просто! Например, привет! Пожалуйста. Будь здорова. Спасибо. Чтобы стать волшебником, 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 палочку волшебную сделаем сперва. А потом мы выучим, а потом мы выучим самые-пресамые волшебные слова. А волшебные слова — это не тра-ла-ма-ла и не крекс-фекс-пекс, и не самый вкусный кекс, ни сосиска, ни редиска, и не старый пень. А слова, что говорим мы каждый день. А слова, что говорим мы каждый день. Просыпайся. Доброе утро, малыши! Привет! Доброе утро! Здравствуйте! Привет! Чурмой! Пружинка. Ёжик, а ты с чем будешь играть? Ёжик. Вот дела. С кровати встал, а проснуться забыл. Ёжик, тебе срочно нужна разминка. Разминка? А ну-ка, попробуй попрыгать как мячик. Как мячик! Бип-бип! И побегать? Как машинка! Как машинка? Пружинка. Да, ёжик, как пружинка тоже можно. Приседаем. Раз-два. 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 Молодец, пандочка. Кружимся, как юла. А как книжка? Как книжка? И даже как книжка. Как книжка. Хорошая получилась разминка. Разминка. Громко топнем правой ножкой, топ, топ, топ. Громко топнем левой ножкой, топ, топ, топ. И попрыгаем немножко, и попрыгаем немножко, и попрыгаем немножко.
правой ручкой помашем, оп-оп-оп. Левой ручкой помашем, оп-оп-оп. И покружимся, попляшем, и покружимся, попляшем, и покружимся, попляшем. От разминки, от зарядки настроение в порядке. Выше пятки, выше пятки, выше пятки, выше пятки. И не ленимся, ребятки. Выше пятки, выше пятки, выше пятки, выше пятки. И не ленимся, ребятки. И раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Громко топнем правой ножкой, топ, топ, топ. Громко топнем левой ножкой, топ, топ, топ. И попрыгаем немножко, и попрыгаем немножко, и попрыгаем немножко. Правой ручкой помашем, хоп, хоп, хоп. Левой ручкой помашем, хоп, хоп, хоп. И покружимся, попляшем, и покружимся, попляшем, и покружимся, попляшем. И покружимся, попляшем, и покружимся, попляшем, и покружимся, попляшем. Самолетик. Маленькая Нюшенька сегодня скучает. Да, скучаю. Здравствуйте, малыши. Привет. Мы играем в самолет. А можно мне с вами? Самолетик улетел так далеко. Мы его найдем! Ух ты! Машинка! Останетесь здесь и поиграете с машинкой, а, малыши? Знаешь, что можно сделать из этой бумаги? Новый самолет. Новый? Я устал. Вставай, барашек, уже близко. Нет, далеко. А я пойду. Самолетик! Я его нашла! Кажется, самолетик помялся. Как жаль. Нюшенька, мы тебя нашли! Ты ушла так далеко! А я вот нашла помятый! У нас есть новый! Плохо, когда друзья далеко, и хорошо, когда близко. Далеко и близко. Нюшенькин самолетик улетел далеко. А что такое далеко? Далеко – это... Это значит, надо долго, долго ехать в паровозе, долго ехать в паровозе, ту-ту-ту. А потом нам надо долго, долго ехать на машине, долго ехать на машине, би-би-би. А потом нам надо долго, долго топать по дороге, долго топать по дороге, топ-топ-топ. Еще чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть. Просто руку протянуть. Далеко. Близко. Скамейка близко. А горка далеко.
Это значит, что не надо долго ехать в паровозе. Долго ехать в паровозе. Ту-ту-ту. Это значит, что не надо долго ехать на машине. Долго ехать на машине. Би-би-би. Это значит, что не надо долго топать по дороге. Долго топать по дороге. Топ-топ-топ. Надо просто нам чуть-чуть. Если близко, то чуть-чуть. Только руку протянуть. Лошадка. Малыши Крошек и Ёжик готовы играть целый день. Привет! Привет! Ой! А где лошадка? Спряталась? Не найти лошадку, да? Ага. Это ее беспорядок спрятал. Беспорядок! Отдай лошадку! Беспорядок! А давайте его тоже спрячем в коробку. В коробку. И кубики в коробку. И кубики. Лошадка. 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 Порядок. И правда, теперь порядок. Молодцы, малыши. Уборка игрушек. Здравствуйте. Здравствуй, ёжик. Привет. Привет. Привет, Крошек. Привет, Пандочка. Беспорядок, беспорядок. Вот по комнате идет. И игрушки, и рисунки он тихонечко крадет. Спрятал мишку под кровать. Хватит. И машинки не видать. Ать. По углам карандаши. Надо что-то делать. Надо что-то делать, малыши. Здравствуйте, малыши. Как много у вас игрушек. Разложим их по местам. Конструктор в коробку. Кубики на полку. А слона куда? Тоже в коробку. Вот молодцы. Мы противный беспорядок. Победим без пап и мам. Чтоб игрушки и рисунки все вернулись по местам. Мишка на кроватку сядь. Ать. Под столом машинка. Глядь. Глядь. Соберем карандаши. Все теперь в порядке. Все теперь в порядке, малыши. Рыбалка.
А кто у нас тут ночью не спит? А где рыбки? Рыбки спят. И тебе тоже пора. Спокойной ночи, крошик. Рыбки! Рыбки! Добрый день, ежик. Привет. Что, не просыпается? Нет. Как же ему помочь? Давай ловить рыбок. Ага. Может быть, спят? Днем. Кажется, ночью им кто-то мешал. Давай в мяч! Ладно. Крошик, рыбка! Крошик, проснись! А еще кто проснулся? Я проснулся. Пока, рыбка! День и ночь. Нюшенька и Крошик расскажут нам, что они делают днем, а что ночью. День такой, такой огромный, надо многое успеть. Станцевать любимый танец, песню новую пропеть. И побегать, и попрыгать, и в игрушки поиграть. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Нюшенька, разве днем спят? Спят! В тихий час! Был бы день еще побольше, дел бы было ого-го. Например, скакать на бабе, как на быстром иго-го. Рисовать, лепить, смеяться, да всего не сосчитать. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Мозаика. Догоню! Ой. Малыши ёжик, Ванночка и Нюшенька так любят играть, что иногда даже забывают поздороваться. Здравствуйте, малыши! Привет! Привет! Кажется, Пандочка нашла что-то очень интересное. Ого! А что это? Это мозаика. Картинка из маленьких кусочков. Квадратов. Хочу квадрат! Я хочу кусочек!
квадрат. Ёжик! Ой! Да, такие вот квадраты. С углами. Ой. А где же? И правда, где же картинка? Рассыпалась на квадратике. Малыши, куда же вы? В угол. Ты что, сама себя в угол хочешь поставить? Малыши, думаю, так дело не исправишь. Может, попробуете сложить мозаику заново? Заново? Заново! Какая красивая картинка! И все квадратики на месте! А еще одну сложите, малыши? Да! Квадрат. Малыши, какую фигуру мы сегодня будем учить? Квадрат! На картине, на квадратной, нарисуем мы квадрат. То-то мама будет рада, то-то папа будет рад. Нарисуем дом квадратный, два окна квадратных в нем. Все по-разному раскрасим и немного отдохнем. Отдохнем! Подушка квадратная. Печенье квадратное. Знак квадратный. Разворот. Остановка. На картине, на квадратной, нарисуем мы квадрат. То-то мама будет рада, то-то папа будет рад. На квадратной табуретке две квадратные салфетки. Это все в квадратной раме. То-то радость папе, маме. Это все в квадратной раме. То-то радость папе, маме. Папе, маме. Папе, маме. Ушки. Крошек и Пандочка всегда найдут во что поиграть. Здравствуйте, малыши! Теперь искать! Ты будешь! Привет! Здравствуйте! А мы в прятки играем! Пандочка, раз ты водишь, закрывай глаза и считай до пяти. Раз, два, три, четыре, пять! Я иду! Крошик! Ау! Крошик! Нашла! Ой! Уже! Ой, Пандочка, как ты хорошо умеешь искать! А давай крошик еще раз спрячется. Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать! Нашла! Опять? Давай еще! Да, крошек, куда бы ты ни спрятался, твои длинные голубые ушки все время торчат снаружи. Снаружи! Пандочка,
Дадим крошику спрятаться еще разок. Раз, два. Крошик, тебе нужно так спрятаться, чтобы уши были внутри. Внутри. Уши снаружи. Где уши? Уши внутри? Да, крошик. А хвостик снаружи. Нашла! Очень хорошо, крошик. Только в следующий раз следи за хвостиком. Теперь ты водишь. Внутри и снаружи. Крошик, ты где? Я внутри! А ты, пандочка? Снаружи! А теперь? Внутри! В домике! Посмотри, посмотри, кто тут в домике внутри? Тут, в домике внутри. Это мы поем и конфетки жуем. Тут, в домике внутри. Потому что там снаружи только ветер, дождь и лужи. Не хотим мы быть снаружи. Там, где ветер, дождь и лужи. Во, внутри, а теперь снаружи. Была снаружи, а теперь внутри. Фань. Снаружи, а конфетка внутри. Внутри! А теперь снаружи! Посмотри, посмотри, кто там спрятался внутри. Там, в дереве внутри. Эта птичка поет и погоды лучше ждет. Там, в дереве внутри. А теперь она снаружи, и над нами в небе кружит. Потому что дождь прошел, и снаружи хорошо. Подружки. Ух ты, сколько у нас сегодня лошадок. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Здравствуйте, лошадки. Привет. Привет. Давай дружить. Давай, я лошадка. Нет, это я лошадка. Нет, я лошадка. Нет, я. Нет. Я тоже лошадка. Нет, ты не лошадка. Я с тобой не дружу. И я с тобой. Пандочка, Нюшенька, что-то я запуталась. У Нюшеньки лошадка, так? И у пандочки лошадка. Но дружить лошадкам будет гораздо веселее, если у них будут разные имена. Имена? Имена! Мою лошадку будут звать Тучка! А мою Туча! Пандочка, разве твоя лошадка похожа на тучу? Облачко. Мою лошадку будут звать Облачко. Облачко и Тучка. Какие хорошие имена для подружек. Интересно, а лошадку Ёжик как зовут? Красотка. Принцесса. Крошка. Пират. Мою лошадку зовут Пират. Пират.
Какие хорошие имена придумали малышарики своим лошадкам. Имена. Малышарики, давайте представимся. Я Крошек. Я Ежик. А ты кто? А я Тигр. Сколько разных есть имен на белом свете. Саша, Вася, Миша, Петя, Лена, Света, Катерина и Наташа, Поля, Толя, Оля, Коля, Соня, Боря, Даша, Глаша, Таня, Ваня, Надя, Аня, Яша, Маша. А видно, очень будет длинная песня наша. Это малышка Пандочка. Она очень любит конфеты. А эту малышку зовут Нюшенька. И кажется, она тоже любит конфеты. А как зовут твою конфету? Никак. Это просто конфета. Хочешь? Да! Имя надо дать собаке и котенку, жеребенку и ребенку. Ведь без имени не просто жить на свете. Саше, Васе, Мише, Пете, Поле, Толе, Оле, Коле, Соне, Боре, Даше, Глаше, Тане, Ване, Наде, Ане, Яше, Маше. Вот такая получилась песня наша. Пусть ее на все ребята подпоют. И скажи скорее, как тебя зовут? Обруч. С добрым утром, Пандочка. Привет. Чем это ты занимаешься? Я занимаюсь гимнастикой. Вот как я могу. Здравствуй, Крошек. Привет. Смотри, Крошек, Пандочка у нас гимнастка. А я прыгун. Опа, 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 опа. А так ты умеешь? Умею. Опа. Случилось, Пандочка? Обруч больше не круглый. Нет, круглый. Это не круг. Это круг, только длинный. Не круг, не круг, не круг. А знаете, малыши, как называется такая форма? Овал. Овал? Я сделал овал. Из моего обруча. Овал? Это замечательно. Вот только покрутить овальный обруч уже не получится. Не крутится. И не катится. Я сейчас все починю. Я сама починю. Отдай. Я сам. Мы починили круг! Ай да мы! Ай да малыши! И с овалом познакомились, и обруч починили. Может, и общую игру придумаем? А давай я! Овал. Посмотри, каким кружок забавным стал. Превратился он в фигуру под названием овал. Кто не знал, кто не знал, а кто не знал, кто, что фигура
называется овал. Смотрите, у малышей шарики разной формы. У меня круглый, а у меня овальный. Пандочка, а ты какой формы? Круглый. А хочешь стать овальной? Посмотри, каким кружок забавным стал. Превратился он в фигуру под названием овал. Я не знала, я не знала, я не знал я, что фигура называется овал. И пускай она на круг слегка похожа, но овал и круг, мой друг, не одно и то же. Стеклышко. Здравствуйте, малыши! Я-ха-ха! Кажется, сегодня наши малыши грозные пираты? Да! И вы, как настоящие пираты, ищете самые настоящие сокровища? Ты почему грустишь? Ты же нашел такие замечательные сокровища. Мое стеклышко не сокровище. Теперь все зеленое. Тебе не нравится твое стеклышко? Нет, оно не раскрашивает. Оно бесцветное. Ого! Здорово! Барашек! Смотри, смотри! И красный, и желтый, и зеленый, и всякий! Как красиво! Что скажешь, барашек? Очень! Видишь, иногда даже бесцветное стеклышко может подарить цветное волшебство. Хотите? Цветное и бесцветное. Что это, крошек? Это радуга, но она бесцветная. А теперь? А теперь цветная. Как бы было грустно, если краски в мире все исчезли, стал бы целый мир при этом весь бесцветным, весь бесцветным. Ой, 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 ой. Хорошо, что мир цветной, хорошо, что мир цветной. Не бойся, малыш, это всего лишь хамелеон. Хамелеон. Он умеет менять цвета, может быть разноцветным. Ого!
грустно, если краски в мире все исчезли. Даже попугай при этом стал бы просто незаметным. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Хорошо, что мир цветной. Хорошо, что мир цветной. Зеленука. Здравствуй, ежик. Куда ты идешь? Здравствуйте. К друзьям. Привет. Давайте играть. Во что? В стройку. Уже играли. А в мячик? И в мячик играли. А в догонялки? И в догонялки. Ой, во что же можно поиграть малышам? Ёжик, как ты думаешь? Молодцы наши малыши. И игру придумали новую. И крокодилу имя. Зеленый Зеленука. Зеленука. Зеленый. Барашек, что бывает зеленого цвета? Арбуз. А еще огурец. На зеленой на опушке две зеленые лягушки. На пеньке зеленым мхом, под зеленым лопухом. И вокруг все тоже зелено-зелено, как случилось это. И вокруг все тоже зелено-зелено, потому что лето. Пандочка, гусеница. Зеленая? Зеленая. И яблоко зеленое. Дерево тоже зеленое. Все зеленое. И зеленая листва. И зеленая трава. И у елки все зеленые иголки. А вокруг все тоже зелено-зелено, как случилось это. А вокруг все тоже зелено-зелено, потому что лето. Гусики.
Добрый день, девочки! Привет! Привет! Какие красивые оранжевые бусы! Оранжевые! Я первая нашла! Нет, я! Мои бусы! Отдай! Нет! А что теперь делать? Искать! Да, искать! Оранжевый цвет такой яркий. Бусинки обязательно найдутся. Здравствуй, крошек! Привет! Девочкам нужна твоя помощь. Ты не видел оранжевые? Оранжевые! Видел! Сейчас! Теперь можно и бусы починить. У Нюшеньки оранжевый браслетик. И у Пандочки оранжевый браслетик. Сразу видно, что девочки лучшие подружки. И моя подружка тоже оранжевая. Оранжевый. Крошек, какого цвета морковка? Оранжевая. А что еще оранжевое? На столе лежит один апельсин. Да пока всего один апельсин. Он оранжевого цвета. Ты, дружок, запомни это. От оранжевого цвета улыбается планета. Кто-то нам еще принес, да принес мандарины, абрикос, абрикос и морковная котлета. Все оранжевого цвета. От оранжевого цвета улыбается. Сказочка. Доброе утро, Пандочка. Привет. Почитай сказку. Пандочка, но ведь это вечерняя книжка, а сейчас утро. Утро? Утро, и у тебя много дел. Надо застелить кроватку. Еще утро? Да, Пандочка, утро. Самое время для утренней зарядки. И теперь утро.
завтра утро. Бежим умываться? Моя утренняя каша. Привет! Доброе утро! Идем гулять! Пандочка! Пандочка! Пора читать сказку! Уже вечер! Фу, вечер! Мое вечернее молоко! Сказочку! Кажется, сначала надо умыться. Вечер. Да, вечер. Самое время для вечерней сказки. Пандочка. Кажется, все-таки придется дочитать книжку утром. Утро и вечер. Доброе утро, малышарики! Утро – это значит, солнце встало, мама встала, папа встала. Утро – это значит, дел немало, дел немало, дел немало. Моем уж и моем нос и фырчим, как пылесос. Хлопаем в ладоши, будет день хороший. Малыши, что мы делаем утром? Просыпаемся, умываемся, делаем зарядку. А зубы когда чистим? Утром. Вечером. И утром, и вечером. Правильно. А что еще мы делаем вечером? Засыпаем, умываемся, складываем игрушки. Вечер – это значит, солнце село, мама села, папа села. Что же и под вечер будет дело, будет дело? Дел немало. Мой муж и моем нос и фырчим, как пылесос. Ждет тебя кроватка, спи же сладко-сладко. Сладкоежки. Нюшенька и Пандочка – лучшие подружки. Все делают вместе. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Что будете делать сегодня? Пить чай с угощениями, как маленькие принцессы, да? Да. Яблоками. Ого. Мороженое. Да, вкуснятина. Но осторожнее, мороженое холодное, а пирог горячий. Горячий. Очень холодное.
Мороженое слишком холодное, а пирог слишком горячий. Как же угоститься нашим сладкоежкам? Ай, все равно горячий! Все равно холодное! Мороженое! Ну-ка, не будь холодным! Пирожочек, пожалуйста, не будь горячим, а? Не помогает? Нет! А если попробовать положить холодное и горячее вместе? Вместе! Ура! Мороженое не холодное! И пирог не горячий! Не очень горячее и не очень холодное! Очень вкусное! Умницы, девочки! Вместе гораздо лучше и вкуснее! Горячее и холодное! Чай горячий. Очень. А что холодное? Лед. Лед холодный. Уф, уф, уф. Ай, да чего же чай горячий? Уф, уф, уф. Да чего же суп горячий? Уф, уф, уф. Если чай и суп горячий, это значит, это значит, надо делать уф, уф, уф. Мы подуем, что есть сил, чтоб горячий чай скорей остыл. Мы подуем, что есть сил, чтоб горячий чай скорей остыл. Песок летом горячий. Ой, снег зимой холодный. Холодный, ух, ух, ух. Да чего же лед холодный, ух, ух, ух. Ух, ух, ух. Ух, ух, ух. И мороженое тоже чуть на снег и лед похоже, хоть и сладенькое, но ух, холодное оно. Ух. Поехали. Здравствуйте, малышарики. Привет. Куда вы собрались? К пандочке. На праздник. Ну, конечно же. Ведь у пандочки сегодня день рождения. Праздник – это весело. Праздник – это торт. Торт. Поехали. Я так устал. Пип-пип. Ёжик, куда ты едешь? К пандочке. На праздник. На торт. Ёжик, Анюшеньку и Барашика подвезёшь? Поехали. О, море! Да, чтобы переправиться через море, понадобится другой транспорт. Кораблик! Поехали! Поплыли! А вот и пандочка. С днём рождения! Что такое, пандочка? Где праздник? Где торт? Торт там!
Ну вот, как же вам добраться до тортика? О, я придумал! Молодцы, малыши! Какой замечательный воздушный шар у вас получился! Поплыли! Полетели! Ох уж эти малыши! Транспорт. Бип-бип, ту-ту. Бип-бип, ту-ту. У слона есть сильный хобот, а у птицы два крыла, а у рыбы есть плавник и жабры, чтобы по морю плыла, чтобы по морю плыла. А у нас есть транспорт, он поможет нам везде, и на суше, и на небе, и, конечно, на воде. Бип-бип, ту-ту. И машина, и автобус, и серьезный грузовик, пароход, и самолет, и паровозы. К ним наш мир давно привык. К ним наш мир давно привык. Вот такой полезный транспорт, он поможет нам везде, и на суше, и на небе, и, конечно, на воде, и на суше, и на небе, и, конечно, на воде. Бип-бип, ту-ту. У-у-у. Бип-бип, ту-ту. У-у-у. Бип-бип, ту-ту. Загадка. Не догонишь? Догоню. Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Ой! Ёжик, барашек, вы не ушиблись? Нет, ни капельки. А что это? Это... А попробуйте угадать. Я знаю, это коврик. Коврик? Коврик, чтобы ножки вытирать. Нет, это не коврик. Это картина. Картина? Смотри, веревочка. Не картина. Картина прямоугольная. А это другое. Правильно, малыши. Это не прямоугольник. Такая форма называется ромб. Ромб! Крошек, знаешь, что это? Знаю! Ты куда? Крошек, стой! Отдай наш коврик! Это не ваш коврик! Это наша картина! Крошек улетает. Ловите друга скорее, малыши! Это змей! Воздушный! Летучий змей! Летучий ромб! Змей по имени Ромб! Молодцы, малыши! Познакомились с интересной игрушкой, выучили новую фигуру и даже немножко полетали. Ромб.
фигура необычная. Ром, ром, ром. Рисовать научимся, отлично мы. Ром, ром, ром. Ты бумаги не жалей, нарисуй его скорей. Ром, ром, ром. Барашек, что это у тебя? Печенька. Какой она формы? Это ром. А у меня нет ромба. Зато у тебя есть друг. На! Спасибо! Вот здорово! Из одного ромба получилось два треугольника. Пусть она фигура необычная. Ромб, ромб, ромб. Рисовать научимся, отлично мы. Ромб, ромб, ромб. Ты бумаги не жалей, нарисуй его скорей. Ромб, ромб, ромб. Посмотри, воздушный змей. Да, простой воздушный змей. Тоже ромб, ромб, ромб. Секрет. Так. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. А что ты такое интересное лепишь? Это секрет. Секрет? Ничего себе. Мне еще нужно... Это... Я сейчас... Ну где же оно? Ну где оно? Ну, ой. Здравствуй, пандочка. Привет. А это что? Честно говоря, пока не знаю. Ёжик лепит что-то очень секретное. Это яблоки. Думаешь, яблоки? А не великоваты ли они для яблок? Раз, два, три. Три арбуза. Да, похоже на арбузы. Или три мячика. Ого! И кто это у тебя получился? Гусеница. Такая большая. Она арбузов наелась. И тебя тоже съест. Не съест. Это не гусеница. Это снеговик. Какой чудесный снеговик, ёжик. А почему он зеленый? Ну, белый пластилин закончился. Да что? Я? Ёжик. Да ты настоящий мастер. Раз, два, три. Как же здорово лепить из пластилина. Число три. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хочется скучать, будем числа изучать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нам сегодня повезло, изучаем мы число. Посмотри-ка, посмотри и запомни, это три. Раз, два, три. Раз, два, три. И у меня
меня три. Раз, два, три, три. Ёжик, сколько у тебя книг? Раз, два, три. Три книги. Вот здорово. Давай посмотрим, что там внутри. Три котенка, три слоненка, три веселых поросенка. Даже ежик сев на стол, ровно трижды вдруг чихнул. Раз, два, три, будь здоров! Нам сегодня повезло, изучаем мы число. Посмотри-ка, посмотри и запомни, это три. Труба. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте, малыши! Чем займетесь сегодня? Я буду строить пароход! Чёр красный мои! А я дом! Синий мои! Красный пароход и синий дом? Очень красиво! Как же малышам решить, чья труба? Я не знаю. Наверное, сначала стоит узнать, какого же она цвета. Узнаем? Ага. Не красная. Нет. И не синяя. Нет. А! Желтая. Зеленая? Нет. И не черная. И не белая. Какая же она? А мне кажется, что труба немножко синяя и немножко красная. Да, вот такая, фиолетовая. Фиолетовая! Точно, фиолетовая! А тогда чья она? Твоя! Нет, твоя! А как же? Вот! Дом с трубой. И пароход с трубой. Какие красивые фиолетовые трубы. Фиолетовый. Что случилось, ёжик? Мне нужна фиолетовая краска. Нюшенька, Крошик, поможете ёжику? Ага. Краску синюю смешаем с яркой краской красною. И посмотрим, не смешали краски ли напрасно мы. Нет, 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 получился новый цвет. Синий цвет и красный цвет, мы откроем вам секрет. Может быть, не ведали про это вы. Синий цвет и красный цвет, мы откроем вам секрет. Вместе будет фиолетовый. Это звездочка, Крошик? Нет! Не звездочка? А кто? Это ежик! Это я! Это ежик сзади! Я звезда! Фиолетовая! Синий цвет и красный цвет, мы откроем вам секрет. Может быть, не ведали про это вы.
синий цвет и красный цвет. Мы откроем вам секрет. Получился фиолетовый. Получился фиолетовый. Фиолетовый! Пандочки на море. Что-то не пойму, кто же это у нас такой? Привет! Пандочка! Здравствуй! Куда это ты собралась? Вот! А, понимаю! Пандочка решила позагорать. На море! Какое чудесное море! И какой чудесный у тебя коврик, пандочка! Белый-белый! Рыбка, 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 рыбка. Привет, рыбка. И аквариум. Не, не аквариум. Море. Море? Вот и вот. Ой, забыла. Пандочка, убежала. Море. Тогда рыбка, кит. Кит, 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 кит. Кит черный. Ёжик, осторожно. Ой. Красивый белый коврик стал черным. Пандочка расстроится. Что же делать? Постирать? Прекрасная мысль, ёжик. Коврик нужно постирать. Не чёрный? Да, ёжик. Коврик уже не чёрный, но ещё не белый, правда? Он какой-то серый. Нужно ещё стирать. Серый? Да, но уже светлее. Все равно серый. Серый, но уже совсем-совсем светлый. Черное. Черное море. Настоящее черное море. Оттенки. Темно-зеленый. Зеленый. Светло-зеленый. Вот елочка зеленая, зеленая. А яблоня зеленая, зеленая. Давай-ка выбирай скорее, что темней, что светлей. И что? Чего позеленей? Смотри, как интересно получается. Все цвета одного, а чем-то отличаются. Красная? Красная! Светло-красная, невкусная. А это? Темно-красная. Розовая. Смотри-ка, море синее. Синее. И небо тоже синее. Синее. Давай-ка выбирай скорей, что светлей, что темней. И что чего синей. Смотри, как интересно получается. Все цвета одного, а чем-то отличаются. Хоть чуточку, хоть капельку, хоть чуточку, хоть капельку, но все-таки немного отличаются. Считалочка. Здравствуйте, малыши! Привет! Решили сегодня поиграть в кричалки? Не, в догонялки! Я Вода! Ты, я буду, ты, я!
Правильно, Нюшенька. Нам нужна считалка. Малыши, сейчас Нюшенька посчитает, кто будет водить. Раз, два. Раз, раз. Не буду играть, не хочу. Почему, Нюшенька? Ты забыла считалочку? Нет, просто не хочу. Или ты пока не умеешь считать до пяти? Ну, этому можно научиться. Поможем Нюшеньке, малыши. Учись! Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, три, раз, три, три, раз, раз. Одна бусинка. Одна бусинка. Одна! Две! Две бусинки! Нюшенька, один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Кто умеет тут считать? Это я! Это я! Это все мои друзья! Нюша, вода! Раз, два. Какая дружная считалочка у наших малышей. Число 5. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хочется скучать. Будем числа изучать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нам сегодня повезло. Изучаем мы число. И пора его назвать. Познакомься. Это пять. Сколько кубиков? Один, два, три, четыре, пять. А сколько щенков? Два, три, четыре, пять! Пять лучиков у звездочки! Один, два, три, четыре, пять! Ну-ка, девочки, ну-ка, мальчики, посчитаем поскорее пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем опять. Раз, два, три, четыре, пять. Весело считать. Пальцы загибать. Ой, хором подпевать. Песенку про пять.